Основной посыл, который делает российская сторона, это нагнетание обстановки и запугивание нашего населения. Одной из первых задач, которые ставят с помощью вышеизложенного, это сорвать мобилизацию, потому что 100 тысяч дополнительно призванного воинского контингента значительно усилят наши позиции и значительно усложнят любые действия террористических группировок в зоне ведения боевых действий. Поэтому и через социальные сети мы видим, практически идут панические призывы, что нам не нужно воевать там за президента, не нужно воевать за олигархов там. Я хотел бы обратиться к тем, кто сомневается, к тем, кто стоит перед мучительным выбором, как себя вести. Или прятаться и чувствовать себя, праздновать труса, как говорят. Или набраться смелости и решимости и укрепить наши позиции на переднем крае. Мы не воюем за президента, мы не воюем за кого бы то ни было. Мы воюем за себя, за семьи и за нашу Украину. Это самое главное, что каждому стоит понять.